С 1 июля 2015 года вступает в силу сразу несколько нормативных актов, призванных изменить ситуацию на российских дорогах. Они касаются как водителей транспортных средств, так и пеших участников движения. Теперь повторно задержанного водителя в состоянии алкогольного опьянения ждет уголовная ответственность. Увеличение штрафных санкций за вождение в нетрезвом состоянии не остановили водителей. Случаи, когда автомобилисты продолжают садиться за руль в состоянии опьянения, повторяются. Пьяные нарушители закона подвергают опасности всех участников движения. Теперь злостных нарушителей будут привлекать к уголовной ответственности. Водители, которые игнорируют правила дорожного движения и безответственно садятся за руль в нетрезвом состоянии, ждет уголовное наказание. Внесены изменения в административный кодекс Российской Федерации. Исключена часть 12.8, часть 4 за повторное нарушение правил дорожного движения водителям, находящимся в состоянии опьянения. Она исключена. Добавлена статья в Уголовный кодекс 264 прим. 1, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы либо штрафа. Для пешеходов тоже внесли изменения в правила дорожного движения. В черте города рекомендовано носить светоотражатели на одежде, а при движении вдоль загородных трасс они будут обязаны иметь на одежде световозвращающие элементы. В противном случае пешеходы-нарушители будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, с 1 июля для организованной перевозки детей численностью более 8 человек должен будет использоваться автобус не старше 10 лет. Детский автобус обязательно должен быть оборудован тахографом и аппаратурой спутниковой навигации. Изменения внесены и при оформлении дорожно-транспортного происшествия с материальным ущербом. При таких дорожно-транспортных происшествиях водители обязаны зафиксировать данное происшествие на фото, видеофиксацию и освободить проезжую часть дороги, либо оформить извещение и обратиться в страховую компанию, если водители согласны и нет разногласий. А если присутствует водитель разногласия, нужно позвонить в дежурную часть полиции и уточнить дальнейшие действия. Самостоятельное оформление, то есть фото, видеофиксация и заполнение бланков извещения об аварии, которые прилагаются к полису ОСАГО, называется европротоколом. Именно для его популяризации и были внесены изменения в правила дорожного движения. Екатерина Студенова, Алексей Горелкин, Новости ТВ Рассказово.